Всем привет, мы выходим сейчас. Ты знаешь, мама, мы выложили без папы кушать, ты что? Папа спит. Мы тоже выложили, просто папа так кепка выложить. Папа, а дети, сегодня спят. Дети проснулись сегодня, наверное, в 6 утра. Еле дождали до 7, нас не трогали. Но уже с 7, все, сидели у меня на голове, мы хотим кушать, мы хотим кушать. А я что-то думала, что ну, ресторан работает с 8.30. Говорю, давайте ждать. А потом посмотрела, он с 7 утра. И вот сейчас 8 утра, мы решили без папы, папа спит, пойти позавтракать. Настя, скажи привет себе. Привет мне. Так, мы уже спустились в ресторан. Вот здесь, кстати, этот спа-центр. Но мы туда и не записывались, хотя у нас вроде как одно посещение есть бесплатно. Нет, на ну, кушать пойдем на улицу. Сейчас мы идем просто брать себе. Давайте возьмем хлебушек, а? Нет. Нет? Мы можем взять, потому что покушать еще дома. А, да, мы когда будем уходить, возьмем туда хлебушек, да? Кто тут тосты? Кто будет тосты? Я. Давай. Тост. Через, ты будешь тост? Ну, мы пошли тогда, Настя, на вермишельку брать. Ну, давай стой за тостом. Или ты с нами, Настя? Я буду ждать. Ну, давай. Настя, бери два тоста. Может, Сережа все-таки будет? Хорошо? Ту, да. Сереж, может, ты так и будешь, да? И сюда потом говоришь, что ты шутишь. Там, Настя, перед тобой тесто. Настя, ты теперь взяла тосты, да? Ага. Я два. Так, вот тут была вчера вермишелька. Ну ничего, вот вермишелька. Ага. Что-то тут нет вермишельки. А где же вермишелька? Я не знаю. Но есть омлет. О, есть грибы сегодня. Сережа, вермишели сегодня нету. Давай яичницу. Есть яичница. О, я буду взять. У нас на завтрак. Сережа тост, булочки. И оладушки с шоколадом. Настя, оладушки, тост. И у меня омлет. Омлет, грибы, колбаски, салат. Приятного аппетита. Мы идем на пляж. Ой, на пляж, в бассейн идем. Дети. Папа пошел завтракать, мы что сегодня управились быстрее всех. Настенька, покажи, тебе заменили. Настюше заменили браслетик, покажи, где он был. Он был у нее на вот этой ручке, а тут покажи ранка. Вон, видите, у нее ранка, но это не от браслета, это у нее была ранка. Мы попросили на другую ручку переодеть. Нормально, все переодели. А, кстати, решили записаться в ресторан «А-ля карт», потому что вчера, когда Дима был с нашим гидом, от туроператора, не знаю, как это правильно называется. Она сказала, что здесь открытый ресторан османской кухни. Очень вкусно, посоветовала записаться. В 9.30 запись. Сегодня я спустилась в 9.30. Передо мной куча немцев. Немцы почему-то все с паспортами. Да, сейчас. Немцы все с паспортами, с ваучерами. Очень-очень это все долго. Прям что-то там оформляет им. Потом я подхожу, говорю, нам в «А-ля карт» записаться. Было 9.30. Нет, приходите завтра. 9 утра. И с таким недовольным лицом. Вот это почему-то, как начинается запись в «А-ля карт», это вечно у них все столики забиты. Все занято. Туда не попадешь. А как попадешь, придешь, ничего вкусного нет. Поэтому даже Дима уже подошел такой, говорит, ну и все, ладно. Не пойдем мы в этот никакой «А-ля карт» ресторан. Хотя, может быть, если завтра будет время, то спустимся и запишемся. Мы сейчас идем на бассейн. Скоро должны включиться горки и будем сегодня купаться. Да. Я их намазала кремом. Это на Сережке крем. Марш! Ну что, трудно? Водичка холодная? Эй!
все, я наконец, мы дошли до места дислокации, маску можно снять. Вот детки наши сзади. Где там Настенька вон? Сзади меня детский аквапарк. И немножко туда, там взрослый аквапарк. Мы туда пойдем. Так, где наши малые? Мы уже накупались в аквапарке, дети уже пошли на детский бассейн. Сейчас будет Дима скатываться с вот такой вот голубой горки. Дима уже поднимается по лестнице, короче, поднимается и говорит, какая-то она стрёмная. Но мы сказали, Дима, не боись, вон наш Дима. Так, сейчас Дмитрий наш покажет мастер-класс. Или, может, трусит? Ладно, что мне хватило аккумуляторов. Но если сейчас телефон разрядится, придется Диме на второй круг идти. Ю-ху! Вообще не страшно? Страшно. А только что мне говорит, нет, не страшно, может ты проехаться. Страшно? Ага. Ну ты молодец, ты это сделал. Что тебе там? Там вот такое, он же там нет такого, как на горке. Там вот так падает? Вот сверху, и он тебя пинает, и ты такой раз и падаешь, короче. А вот, кстати, часы работы аквапарка, кому интересно. Тут, а это коньяки? А зачем коньяки? Я не знаю. Так, где наши вообще дети, а? Так, наши дети где-то тут купаются. Сейчас пойду их искать. Посади ее тут где-то. Да. Не хочешь, иди купайся. А Настенька сейчас придет, мы ее посадим греться, да? Ага. Дима, расскажи, что у тебя сердце заболело? Нет. Говорил только, что съехал с горки немножко. Что ты гонишь? Там горки, он где-то. Только что говорил по-другому. Так тут красиво, мы вчера тут пофоткались. Сейчас. Пришли себе это коктейли. И тут коктейли. Бэтмен, ну, Dream Child не понравился, Ниндзя понравился. Мы себе взяли. Взяли детям горячий шоколад. Короче, мне почему-то дал Sex on the Beach. Он с водкой, я не знаю, набегались, накатались. Взяли себе айран. Взяли себе бургеры мясные какие-то такие. Это у нас, как называется? Гамбургер. Нет, я понимаю, это у нас как холодник, типа, да? Да. Фанта, айран. Приятного нам аппетита! У нас папа сходил, еще пиццу деткам принес. Два кусочка. Кстати, айран очень вкусный. Сережа, ешь пиццу. Настя, вкусная пицца. Сегодня попросили убрать. Кстати, кому интересно, вот возле, получается, возле входа, вот вход, а вот здесь на стене есть такое, и вот если ставите вот так, это значит, вы просите убрать. Если вы ставите вот так, это значит, не беспокоить, вы спите. Мы, вот мы оставляли, ну, уборку попросили. А мы были сегодня вот полдня на бассейне, пришли, нам перестелили белье, новые полотенца выдали, все убрали, все чистенько. Водичку, кстати, поставили, пополнили запасы. А, кстати, посмотрим это. Пополнили нам? Да. Смотрите, тут всякие нам принесли. О, чай. Заполнили, да? Да, заполнили нам барчик. Прекрасно. Айран. Все. Ну, айран это мы берем с собой. Да, айран не ложат. Ложат. Мы кстати, решили, ну, первый раз вот мы взяли айран, взяли вот такие вот бублики, вот эти вот турецкие бублики обычные. А, потому что детки иногда просят что-то покушать, и мы тут думаем по бублику и по айранчику им. Так что вот так вот у нас убрали номер. Сейчас мы купаемся и идем кушать в ресторан обедать.
Мы пришли на обед. Мы себе взяли, так, у меня рыба, курица, мясо. Что вы будете пить? Чай. Чай? Пепси. Пепси. Давайте 4 пепси. 4 пепси и 1 чай. Пепси. Говори, что хочешь. Говори, что хочешь. Стесняется. Кола. Кола. Так, у нас тут суп, Дима. Слушай, кстати, там суп? Курица, да? Это вкусно. Дима себе он взял. Вот. Приятного аппетита нам, да? Вот еще и пахлава. Кстати, мы пришли уже вообще на закрытие. Сидим тут. Рядом бассейн. Все, мы покушали. Скажите, что сейчас было? Давай. Только я вас не вижу. Что? Что? Сережа, что сейчас было? Тетя ему махала и чуть не поцеловала его. Я думаю, что это из-за того, что она видит, что он отмороженный и пытается его как-то размазать. Там еще люди кушают. Так тут красиво. Только единственная какая здесь это проблема такая, ну как проблема? Минус один. А лифтов как-то, лифта мало, здесь два. И вон там вот еще три лифта. И видно, на всех не хватает, потому что как-то долго надо ждать. Иногда нам идти на третий этаж, но сейчас мы минус один, то есть как бы четыре этажа пройти. Но иногда мы такие сами себе, что нам проще даже по лестнице пройтись. Что вы делаете? Я поеду. Все, пошлите. Настя, Сережа. Шоколит золотой. Золото, богатство, золото. Моя? Моя? Сереже нравится в школе девочка Злата. И когда Настя говорит золото, богатство, Злата. Сережа, Злата, моя Злата. И сейчас говорит, моя? Сережа, к тебе только что новая девочка приставала. Она, наверное, в тебя влюбилась. Она влюбилась в тебя, мама. Все, можно ответить. А куда она же вообще в тебя... Она же ведь вообще в курсе, что ты моложе ее. Ой, Настя, какая должна быть разница? Нет, какая должна быть разница? От того, что... Нет, в возрасте, между мальчиком и девочкой. А если маленький нельзя, а если большой... Большой, да. Да все уже, беги, давай номер. Вот, Настя. Это номер 13.06. А там разве был 13.06? Да, это мы вчера рассказывали страшные истории малым. И решили их напугать и говорим, мы вам расскажем историю про номер гостиницы 13.06. Это вот это кино, да? 13.06. Да, сейчас надо все это убрать. Дима, ну, с малыми вышли в аквапарк, в бассейн. А Дима рассказывает, что смотрел вчера новости, да? А, да, вчера смотрел новости. С 1 июня Турция ввела у себя в стране послабление по поводу ковида. Уже открыли кафешки, можно посещать. Еда не на вынос, уже можно по ресторанам ходить, по кафешкам там. То есть все 5-10, но... Самое интересное. Интересное для нас, для украинцев, это то, что теперь мы влетать можем только с тестом. С 1 июня. С 1 июня. Должен быть либо тест, либо, значит, справка о прививке, да, о том, что ты сделал прививку. Либо что, либо о том, что ты за последние полгода переболел коронавирусом. Ну, короче, вот такое. Ну, и представляете, это с 1 июня, а мы сюда залетели без всех этих справок. 31 мая, да, то есть насколько нам повезло. Но мы как бы не переболели, потом вакцину мы себе никакие не кололи. И получается, на тесте мы сэкономили сколько, ну даже
В лучшем случае за четверых там по 900 гривен, где-то порядка 4000. Ну, сэкономили, потому что ее не делали, этот тест на ковид. Тут, конечно, все должны в маске ходить, только там на бассейне снимаем. Если нету, в ресторане дают. Ну, хотя дают, а вчера я зашла, вернее, зашла в маске, потом пошла, села за столик и решила еще сходить, что-то положить себе в тарелку. То мне уже сказали, где ваша маска, идите за маской. Я говорю, вас можно взять. Нет, идите за своей. Мы сходили за мороженым. Давай. Настя, покажи, как у тебя мороженое. Ага. Кстати, вкусное, нереально. Что скорее? Ничего не капает, все хорошо. И мы себе с Димой взяли. Идешь вот с этой стороны. Очень вкусное. Шоколадное, фисташковое и ванильное. Прям нереально вкусное. Очередь, да? Да, да, наверное. Мы сами не знаем. Судя по всему, мы последние пришли. Ну что, мы выбираем? Вот это вот. Вот тут все рисуют. Давай выбирай. Сережа остался. Здесь мороженое. Или записались. Оказывается, не все так просто. Через полчаса нам сказали подойти. Сейчас Настя будет плавать. А потом, Дима, напомни, мне надо и волосики собрать. Ну, хвостик сделать. И вот, и опять нужно. Она дубляет в этом деле. Настеньку уже красит. Села. Но потом, найдет ханичек у малыши. Не-не-не, все хорошо. Пойдем на фотосессию. А у нас Сережа сел. Сережа захотел быть Бэтменом. Пошли. Нам сказали в туалете. Можно посмотреть, да? Где тут туалет? Сейчас, кстати, заснимем туалет. А вот туалет, вот girls написано. Вот свет включается. Ой, маленький раковины. Ну как? Кстати, вот посмотрите, какой туалет. Это в детском клубе. Вот, кстати, по туалетам можно судить. Вообще, о, гостиница, в принципе. Смотрите, все чистенько. Вот это как бы туалеты. Ну что, Настюшенька, даже зеркало. Нравится? Ага. Покажись. Круто. Сейчас пойдем на фотосессию, да? Фотосессия. Сейчас скажешь, как круто, да? А можно я пока тут поиграю? Можно. Смотришь. Настя, отведи его в туалет. А, мне же туда нельзя, и тебе же нельзя. А мы его в женском покажем, там же никого нет. Туда, туда, туда. Сереженька, сюда. Ты спать хочешь? Что? Вот, Сереж, сюда вот зайди и глянь на себя. Ну что? Сереж, покажись меня. Окей. Сереж, покажись, пошли. Круто! Пошлите! Сережа, показывайся! Идем купаться! Пошлите! Сереж, покажись мне! Я тебе... Ку-ку! Мама, идем опять купаться! Все, всем привет! Сейчас я буду снимать наручники! Настя уже ныряет во всю. Сережа у нас вон отдыхает. Thank you.
Мы сходили, набрали себе покушать. Дети уже кушали. У меня пюре, горошек, индейка. Сережа, покушай рыбку. Давай, давай. Да, это то, которое ты любишь, рыбку. И у нас шашлыки. Короче, вот так. А? Он хочет мороженое. Не, мороженое. Потом... Нет, сегодня уже следующий день. Я вчера, правда, не заканчивала видео, потому что что-то Сережка немного приболел, и мы просто пошли в номер. Поэтому ничего не прощалась, не заканчивала вечером, даже не снимала. Сегодня утром мы проснулись, поэтому я объединю эти два дня. Мы утром пошли покушали, папа не пошел, не покушал. И мы сразу приехали на пляж, потому что сегодня ветра нет, и море должно быть очень-очень спокойно. Такие красивые тут кустики. Да. Мы когда-то приехали на пляж, и сегодня автобус может кататься, это сидел на автобусе ехать, а потом вернуться. И еще, и сейчас да. Я увидел такой нулик, а потом вернуться. Да. Вот получается, как привозит автобус, и надо идти налево, идти искать свою гостиницу. Ну, тут немного идти, вот уже Dream World Resort and Spa, и за ним Aqua. На самом деле, объединенная территория. Ой, сегодня, кстати, это ветра нету. Почему мы вчера немного приболели, мы сильно обгорели, мы вчера в обед не ушли с моря. И мы, получается, не с моря, а с бассейна. Мы, получается, как пришли, мы вчера, получается, как пришли на бассейн с утра, во сколько там, наверное, в 9 утра. И мы ушли где-то, наверное, часа, где-то в час, в два мы ушли, и потом пообедали, и сразу опять пришли. Поэтому мы сгорели в обед. Да? Сегодня мы решили так не делать. Возможно, мы сегодня даже поедем в торговый центр, купим детям какие-то вещи. Правда, ехать там 10 минут, даже минут 7. Да? Минут 7 ехать на такси, нам сказали, будет стоить $14. Подержите. Здесь бар. О, там, смотрите, гамбургеры. Ты что, кушать хочешь? Ну, гамбургеры, да. Мы не хотим, мы завтракали, это у нас Дима не завтракал. Ой, сегодня хорошая водичка, ура! Ура, ура! Сейчас займем место и заснем. Мы только подошли, заняли там места. Подошел сразу мужчина, давай. Песок обтрусил, чтобы никакого песка, протер столик. Все продезинфицировал, конечно, сервис здесь. Шикарный. Вот там вот мы лежим, лежаков много. За лежаки никто не дерется. Как вот мы были там в Египте, постоянно там кто-то занимал эти лежаки. Тут такого нету. А зачем ты снял? Не, я не буду. Дима, вон у нас Дима как обгорел красный. Дети уже в футболочках. Песочек, он хорошо как. А все равно вода не такая прям спокойная, там волны есть. И прохладненькая. Мы пришли в Мигрос, тут рядышком неподалеку. Что мы берем? Мы берем вот такие вот локум. Почем оно? По 21 лире. Берем такие чипсы, большую пачку. По 7. Пришли сюда вот за фисташками. Вот такие цены. Ну, кстати, действительно все, ну, как бы, относительно недорого, потому что сейчас покажу. Тут есть даже Хариба, которые у нас, как бы, они очень дорогие. Таблерон вот по 11. Так, вот шоколад. Так. Вот они Хариба всякие. Вот такая вот Хариба, вон там 7 лир. 4 лира. Так, ну что, пошли, Сережа, чего же? Сережа, что с тобой? Тихо, не кричись. Нет? Да.
Все, пошлите, возьмем себе эти фисташки. Ну, фисташки будут, Дима? Только вот эти. Давай такие возьмем. 29,50. Вот так. 3, 4, 12. Где-то 120 гривен, да? Килограмм? Нет, а, пачка. Они же всегда дорогие. Ну да. Я там еще видела, сейчас пойдем посмотрим. Ой, турецкое мороженое очень вкусное. Но у нас в гостинице вкусное мороженое и бесплатно. Так, нормальные тут, в принципе, цены. Не в евро, не в долларах. В литрах. Молоко, кофе. Может, когда мой кофе возьмем? Только нам надо зерновое. Starbucks вот есть. Так. Чай. Ой, мы как-то пили чай в гостинице в Стокгольме. Был Липтон, настолько был вкусный чай, потом его никак нигде не могу найти. Ну ладно. Что тут еще? Всякие приправы. О, вот, кстати, фисташки, надо тебе сказать. Большая пачка 47. Что с тобой происходит? Настя наша едет. Так, сейчас наши едут вот в этой вот зеленой горке. Она такая еще прикольная, вот сюда вот такая вот как... Типа унитаз, не знаю, как миксер какой-то. Кто сейчас первый? Я просила первого Диму. Мне кажется, кто-то там упал. Не, никто. Ю-ху! Детки сели кушать мороженое. Вот мечеть под боком. Это, конечно, другое место. Мы ходили вот прям вот, мне кажется, вот этот вот магазин, вот это вот то, что это уже и есть Мигрос, то есть очень рядом. Нет, вот это вот. А вон там вот я показываю, вот где-то там. Там вот прям на спроте в Carrefour SA. Ну, не чуть дороже, но чем Migros. Ну, не чуть, но он подороже, чем Migros. Там лучше ходить в Migros. И вот тут вот прям рядышком тоже Эдзан и аптека. Так что детки кушают. А я, кстати, сегодня принесла вот такую вот пахлаву. Очень-очень. У нас свет выключенный. Сейчас на балкон вынесу. Это пахлава местная. Получается, сейчас свет еще включим. Вот получается, вот это вот, которая ближе к камере, вообще она вкусная, она с тыквенными семечками. Та с инжирным, с инжиром, очень вкусная. Это я на вечер взяла, буду с чаем. На вечер, уже, правда, 8 вечера, но она такое вкусная. Я хочу просто здесь этого наесться. Все, отдыхайте. Не покажу, отдыхайте. Мороженка кушаете? Ну все, я думаю, эти два дня мы соединим в одно видео. Это наш второй, третий день отдыха. Все, всем пока. Пока-пока.